Запретить! Это слишком простое решение! Надо научиться регулировать! Законопроект противоречит Конституции и Гражданскому кодексу! Работаем мы с 2006. Поправки в жилищный кодекс, статья 17, который будет запрещать любую кратковременную аренду в оказании гостиничных услуг в жилых помещениях. То есть все жилые квартиры, которые расположены в жилых многоквартирных домах, попадают под этот запрет. С 2006 года работаем официально. Основные клиентуры – это организации, которые оплачивают по безналу. Вот их как раз я и рискую потерять. Вот. И это основные, как сказать, заказы. То есть заказы дорогие, заказы хорошие. С кризисом, конечно, их тоже поубавилось. С принятием закона мы будем все вне закона. То есть к нам ездить командированным будет нельзя. На частниках мы вообще зарабатывать не будем. Потому что мы, извините, большая часть апартаментов, она все-таки в аренде. То есть мы должны отработать хозяину аренду, большие коммунальные услуги. Что там еще придумало у нас, какие скрытые там, да, налоги сейчас. Это за ремонт, за капремонт, там интернет, еще что-то еще. То есть на самом деле у нас очень расходный бизнес. Еще и Крым у нас, если запретят сдавать вообще размещение, даже вот эти вот частные сектора, домики, когда мы едем отдыхать в Сочи, мы снимаем коттеджи для себя, правильно? Мы же не идем в гостиницу, где там цены такие заоблачные. Мы, во-первых, не можем себе позволить это. Люди будут посещать гостиницы. Гостиницы будут стоить от 5000 сейчас, если номер стоит, самый эконом-вариант. Сколько будет стоить тогда? Это выгодно большим гостиницам. Тем более будет чемпионат мира скоро. Это все связано с этим, я так считаю, мое мнение.